Для этого рецепта я беру 6 кусочков хлеба. При этом кусочки у меня такие достаточно крупные. Из каждого кусочка я вырезаю серединку. У меня получаются такие рамочки, ширина бортиков которых 1-1,5 сантиметра. Этот рецепт хорош тем, что не обязательно брать свежий хлеб. Также подойдет слегка черствый, вчерашний и даже позавчерашний. Дальше эти серединки хлеба я нарезаю не крупным кубиком. Вот так. Хлебные кубики отправляю в глубокую миску. Затем я возьму одно яйцо. Добавлю щепотку соли и разболтаю. Затем я беру каждую хлебную рамочку и окунаю в это яйцо. И выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Этот хлеб пока убираю в сторону. Небольшой пучок зеленого лука нарезаю мелко. И отправляю крайне измельченному хлебу. Один небольшой помидор также нарезаю мелко. И отправляю к предыдущим ингредиентам. И еще 2 сосиски весом 100 грамм. Вместо них можно взять кусочек колбасы, кусочек отварного или запеченного мяса. И также покрошим их мелко. Ну и также я потру сюда на мелкой терке кусочек сыра, граммов 50-70. Дальше в эту ароматную композицию я добавлю щепотку черного молотого перца и все хорошо перемешаю. Размешиваем все так, чтобы ингредиенты распределились равномерно. Дальше я снова беру одно сырое яйцо. К нему добавляю немного соли и разбалтываю его. Яйцо выливаю в этот почти салат. И опять перемешиваю. Затем эту необычную массу я закладываю в серединки рамочек из хлеба. При этом закладываю эту начинку максимально плотненько. Отправляем нашу будущую вкуснятину выпекаться в разогретую духовку. При температуре 180 градусов Цельсия и 356 градусов Фаренгейта. Через 10-15 минут у нас готова такая вот аппетитная и очень ароматная, вкусная красота. Готовьте с удовольствием, если такой рецепт вам понравился. При этом не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо всем, кто ставит лайк и кто пишет свое мнение в комментариях. А я желаю вам здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой. До встречи, как всегда, в следующем вкусном видео.